Парки, катки, счастливые люди. На фотографиях химчан. В Химках наградили авторов лучших снимков городского округа. Фотоконкурс «Мега-Химки» прошел в рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье» и был организован администрацией городского округа, торгово-развлекательным центром «Мега» и сообществом «Типичные Химки». Было очень большое количество фотографий, было действительно сложно выбрать самые лучшие. Вот. Но мы рады, что люди, проводя праздники, каникулы и вообще свободное время на территории округа, вокруг такой зимней красивой сказки в Химках, получают наслаждение и участвуют в таких конкурсах. Всего в конкурсе приняли участие около сотни человек, самих работ более 1000. На фото катки, новогодние иллюминации, городские пейзажи. Вот это моя фотография, она была сделана в нашем парке Толстого. Фотография была сделана моим мужем, на минуточку. И как бы вот единственное, что я все это довела до ума, до красоты. Ну, мы катались, мы приехали на этот, на Барашкинский пруд, мы там очень катались много, ударились несколько раз, но было, в принципе, весело. Там тогда еще было очень мало снега, и, как видно, здесь трава есть, выглядывает в некоторых местах. Но было очень весело кататься. Награждение провели в культурном центре «Мега». В преддверии праздников здесь оборудовали несколько фотозон и магазины с сувенирами. Здесь можно не только сделать красивые фотографии и хорошо провести время, но и написать письмо Деду Морозу. Наша съемочная группа тоже не смогла устоять. Хочу провести Новый год с хорошими людьми. Мое новогоднее пожелание – осталось отправить его по почте. Детские улыбки и атмосфера настоящего праздника. Здесь химчане могут загадать свои новогодние желания, которые обязательно сбудутся. Ильдар Шевкулин, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.